Соревнования Гран-при продолжаются, и сейчас вновь команды групповичек выступят. Сейчас вы видите стартовый протокол. Команда Бразилии. Бразильянки второй раз на этом турнире открывают соревнования. Да, такая получилась жеребьевка. Обычно до начала финалов не знают гимнастки, групповые, под каким номером будут выступать. Жеребьевка делается заранее, и по результату, смотря какой результат был именно в этом виде программы, от этого будет зависеть твой выход на площадку. Такой фирменный сейчас мы наблюдаем элемент сборной Бразилии, когда гимнастка прыгает именно как бы сквозь другую гимнастку, да. Но вот, к сожалению, тоже допустили две очень серьезные ошибки в начале упражнения и в конце. Была потеря предмета. Да. Сегодня не очень хорошо выступают девушки. Ну, тем не менее, мы видели настроение бразильского карнавала, которое и послужило, да, творческим таким посылом для вас, чтобы поставить эту композицию. Да. Мелодии как раз национальных ритмов. Как работала с девочками? Они так восприимчивые, да, к вашим идеям были, как они воплощали? Да, очень хорошо работала. Да. Вот такой творческий процесс. Очень талантливые девушки. А на каком языке вы с ними общались? Для того, чтобы давать свои рекомендации? Ну, на языке, конечно, английский язык, конечно, нам в помощь. Да. Но и так как еще работает очень давно и живет в Бразилии,
Анна Данилян. Она из Армении, но у нее прекрасный клуб в Порто-Алегре. Вот одна девочка выступает из этого клуба в команде. Она тоже приезжала и помогала. Важен такой разбор полетов прямо сразу после выступления? Ну, это больше эмоциональный, конечно. Uh-huh. Сразу по горячим следам что-то хочется обсудить. Ну, конечно, потом будет упражнение еще раз пересмотрено, и уже до конца разберутся, чья была ошибка, что произошло. Общая оценка команды Бразилии 25,7 балла. С двумя потерями такая достаточно высокая оценка получилась. Да, 25,7. Невероятная трудность упражнения 20,5 балла. Да, трудность 20,5 трудность. Да, трудность большая. Продолжают соревнования команда Финляндии. Семь команд приехало на первый этап Гран-при. Поэтому все они получились в финале. Да, ну, это с одной стороны хорошо, что не было борьбы. Все команды попали в финал и имеют возможность сегодня как раз исправить, может быть, то, что не получилось в многоборье. Тренер гимнасток Лаура Ахонина стояла нетрадиционно в арке на выходе гимнасток. Она нашла себе место на первом ряду зрительного зала и как бы сверху смотрела на выступление гимнасток. Там же рядом стояла запасная девочка на высоких полупальчиках, вытянутая как струнка, очень переживали. Ну, как вы считаете, как выступление? Выступление было неплохое. Практически все удалось. Была ошибка на переброске. Гимнастка бежала почти через пол ковра за предметом, но поймала, молодец. И в конце была допущена небольшая неточность. Гимнастка, которая рисковала, должна была поймать предмет, но поймала другая. То есть, конечно, судьи, наверное, это заметят и не посчитают сотрудничество. Но, тем не менее, рисунок не сбился, да? Нет, рисунок был не сбит. И, в принципе, кто не сильно разбирается в групповом упражнении, мог бы этого вообще не заметить.
художественной гимнастике очень важно общее впечатление. И гимнастки из Финляндии оставляют очень хорошее впечатление. А нет, вы знаете, она поймала сама, но он просто у нее выкатился, и она прижала его рукой. Потому что так сейчас изменились правила, так быстро все происходит. И вот с того ракурса, с которого мы смотрим, мне показалось, что кто-то ей подал обруч. Нет, она поймала сама, молодец, просто с ошибкой. За диванчиком Kiss and Cry баннер с изображением королевы художественной гимнастики Алины Кабаевой. На открытии гран-при было зачитано Ирина Александровна Вина Русманова и приветствие Алины Кабаевой участникам этих соревнований, напутствие. Это, конечно, очень важно. Общая оценка команды Финляндии 25,3 балла. 25,3 балла получает команда Финляндии, на 0,4 меньше, нежели команда Бразилии. И сейчас мы увидим, как выступают гимнастки Узбекистана. Девчонки, да, сегодня намного лучше справились с упражнением, чем многоборье. Была маленькая помарочка в начале упражнения, но, опять же, можно подумать, что как будто так и было задумано. Гимнастка как будто оббила обруч с другой части тела. И ее поймала хорошо стоящая рядом гимнастка. И передала обруч обратно. Очень удачно. Но тут еще тоже главное, что они сориентировались. Молодцы, что они все сделали правильно, продолжили упражнение. Не заволновались.
быстро сориентировались, передали предметы, пошли дальше. Думающие гимнастки. Да, да, молодцы. Разный ритм упражнения, такой микс музыкальный. Да, на узбекские мелодии. Екатерина Пирожкова, тренер, вместе со своими воспитанницами сейчас ожидает оценку. Общая оценка команды Узбекистана 29,15 балла. The total score for Team Uzbekistan, 20 девочки, 29,15. Значительно улучшили свой результат по сравнению с многоборьем, где они получили 24,65. И сейчас мы будем с вами смотреть композицию в исполнении российских гимнасток. Бородин, половецкие пляски. Просто браво. Это упражнение. Не знаю, поздравляю Ирину Александровну, Вину Русманову. Просто заслужили аплодисменты главного тренера. Да, просто потрясающее упражнение, выбор музыки. Все совпало. Очень много интересных элементов, находок, которые следуют одна за другой. Без единой паузы, без единой остановки. Невероятная трудность в упражнении. Невероятная трудность. Еще раз поздравляю Ирину Александровну. Поздравляю Татьяну Владиславовну Сергаеву.
мы присоединяемся к поздравлениям. Великолепно на этом турнире выступают наши групповички. Умницы, девочки. Оценка должна быть очень высокая, так как, еще раз напомню, что трудность невероятная. Невероятная трудность у сборной команды России. Чудесный результат. Наставница наших гимнасток Ирина Александровна Винрусманова, Татьяна Сергаева, Ксения Дудкина и Алина Макаренко. И Алина Макаренко, которые помогают в подготовке девочек. 34,15 балла. Да, оценка потрясающая. Потрясающая оценка 34,15. Приглашается. Собственно, результат они превзошли. Очень многое засчитали судьи. 25,7 общая оценка. Это, конечно, по трудности. Да, великолепная оценка. Команда Белоруссии. Такие резкие и напористые в этом сезоне композиции у белорусов, да? Такого характера, наступательного, так скажем. Да, можно сказать и так. Команда Республики Беларусь. Конечно, хочется еще поближе, еще раз посмотреть упражнения. Мы их только видим только второй раз. И на протяжении всего сезона будем еще наблюдать. Музыкальное сопровождение обязывает к такому характеру, который сейчас выражают на ковре девочки, поскольку это такой музыкальный, польский музыкальный проект, который специализируется на фолк-стиле. Называется он «Персиваль». Это такой страшный гном такой, скажем, из фольклора. Вот такое название у коллектива, который обеспечивает музыкальное сопровождение этой композиции.
страшно лицо. Общая оценка команды Беларуси 31,25 балла. 31,25 для команды Беларуси. Это второй результат. Выходит на вторую позицию девочки. И сейчас мы увидим выступление гимнасток из Турции. Итак, на первой позиции команда России с безусловной оценкой, безусловно, высочайшей оценкой 34-15. Следом команда Узбекистана. Ой, нет, теперь вот как раз команда Белоруссии с оценкой 31-25. И на третьей позиции команда Узбекистана 29-15. Ну, завершает этот финал команда Израиля. Посмотрим, как они выступят. Да, надо подождать сборную команду Израиля. Они могут составить конкуренцию, безусловно. О, выкинула булаву с площадку гимнастка просто на танцевальных шагах. Такое тоже случается. И опять же замена предмета. Видимо, девочкам, не знаю, очень волнуются, может быть, сегодня. Хотя почему, непонятно. Уже опробовали свои упражнения, достаточно неплохо выступили в многоборье. То же самое и с мячами у них произошло. В самом начале тоже была потеря одна, потом вторая. И вот то же самое повторяется в этом упражнении. Все-таки удалось им собраться, да, после. Нет, вы знаете, еще две потери было, да. Но мелкие, булава падала просто рядом с гимнасткой на переброске, на сотрудничестве. Я насчитала три потери в этом упражнении. Это достаточно много, конечно. Плюс замена предмета, выход за площадку. Вот просто на мельнице выпала булава из руки у гимнастки. Это достаточно грубая ошибка. Никакого трудного элемента не выполняла девушка. Можно сказать, ничего такого не делала. Просто делала мельницу с булавами. Ну, бывают такие ситуации, бывают. Мистически ведет себя предмет, да? Да, бывают, конечно. Да, от этого-то и обидно. Если ты рисковал, выполнял какой-то трудный элемент, обидно тоже, но как-то ты можешь себя реабилитировать, что ты рискнул, попробовал какой-то трудный элемент, да, не получилось. А когда вот так, это вдвойне обидно, мне кажется. Камелия Дунавская на английском общается со своими воспитанницами.
honor something, you have to, you need power to fight. And when we're talking about this during the training, and when I'm talking to you, you prefer to leave you alone to stop training. Да, говорили во время тренировок об этом. Я думаю, что будет время еще поправить ошибки. Хотя, конечно, Камиле Дуновске обидно, так же, как и девочкам. 23,4 балла. На шестой позиции оказываются Ручанки, и сейчас сборная Израиля завершает этот финал. Очень оригинальный, да, элемент. Сложный очень такой. Да, и вот не случилось, плохо соединила гимнастка два обруча одной булавы. Вообще, как это возможно сделать? Очень, ну, это очень просто. Да? Придется два обруча, между ними вставляется булава. Да, это в обыденной жизни, но не состояние выполнения композиции. Да, нет, так соединяют предметы. Достаточно много раз такое бывало, просто... Здесь оригинальность заключается в том, что эти три предмета соединенно крутятся на ноге во время переворота. Не просто их держат в руке и как-то там несут или передают, а именно на перевороте на ноге вращается обруч, за которым закреплены как раз еще предметы. Это очень трудно. Еще одна потеря. Но вот очень трудно собраться после какой-то неудачи. Не, напомню, что по результатам многоборья девочки получили бронзовые медали, заняли третье место на московском этапе. Да, ну, к сожалению, сейчас они, наверное, не смогут вмешаться как раз Распределение мест. Да, на первой позиции российская сборная, следом команда из Белоруссии и третьи групповички из Узбекистана. Ну, ровно так, так распределились же, как было места, да, в первом финале.
Итак, оценка Израиля определена. Она составила 26,5 балла. Это четвертый результат. Посмотрите еще раз на эти чудесные вставочки детской художественной гимнастики. Дамы и господа, закончили выступление гимнастки в групповых упражнениях, и мы переходим к индивидуальной программе. Итоговый результат финала. Упражнение с булавами. Ladies and gentlemen, the group exercise gymnasts finished their